Посмотрите, как волнуется море. Не такого оно лазурного цвета, как привычно в Сочи. Согласны со мной? Вон там есть какие-то кораблики. Вон они. Люди отдыхают. Ну что, ребята, сегодня мы не в Сочи находимся. Мы находимся в Дагестане, а именно в Махачкале. И это Каспийское море. Мы буквально на несколько дней сюда приехали отдохнуть. Мы уже говорили о том, что давно-давно забронировали билеты, путевку. Ну, даже не путевку, билеты, забронировали отель. И решили не отказываться от этого удовольствия, несмотря на то, что вроде как и, ну, блин, не вовремя, много работы и так далее. Но решили морально немножко отдохнуть и приехали познакомиться с этим местом. Поэтому сегодня будет речь не о Сочи. Посмотрите самое важное. Возможно, я это все сделаю в один ролик за несколько дней, чтобы не растягивать каждый день какие-то там ролики делать. Вот, и вы напишите свое мнение, может быть, кто-то здесь отдыхал, может быть, кто-то соберется сюда прилететь, потому что из Сочи прилететь это было недорого. Сколько у нас билет стоил, Мари? 5000 на двоих туда-обратно. Туда-обратно 4500, туда-обратно на самолете, то есть, ну, и гостиница сколько стоит? Ну, она у нас простенькая. 12 тысяч, но мы на целую неделю здесь. Вы ее не заметите, естественно, мы приедем раньше, чем видео опубликуется. Ну, вернее, не раньше. Вы не заметите, как мы успеем быстренько вернуться, потому что за несколько дней здесь будем все это дело вам снимать. Курение запрещено, купание запрещено. Мы дошли до пляжа, на котором, видимо, в летний период времени люди отдыхают, загорают, может быть. Но не знаю, купаются или нет. Вот такой вот песчаный пляжик. Возможно, здесь раньше какие-нибудь шезлонги лежали, что-то подобное с какими-то водными горками. Но сейчас это все разобрали. Здесь, смотрите, пляж из чего. Здесь фактически одни ракушки, ребят. Интересно так, да? Одни ракушки, да, я еще показываю. Ракушечный пляж. То, что мы как раз искали тогда в Крыму, когда отдыхали, смотрите. Просто вот одни ракушки. Вот они где, на Каспии, да, находятся. Очень даже ничего так попасть на такой пляжик. Не зря приехали, да? Ну и, в общем-то, вот такое вот Каспийское море. Ну что, ребята, оставайтесь с нами на канале. Будет много чего интересного, позитивного и так далее. Пишите обязательно в комментариях ваше мнение, очень важно. Вот, и хочется, чтобы вы поставили лайк, потому что набрать нужных просмотров для тех людей, которые, может быть, любят путешествовать в эти края, такие как мы. Работайте, братья. Работаем, братья. Площадь имени Ленина. Вот такая достаточно большая. Административные здания. Все чистенько, аккуратненько, красиво. Вообще, я вам скажу, что город сам по себе, хоть и где-то требует каких-то вложений, но мне понравилось то, что здесь чистота. Ну, то есть мусора нигде я не вижу, чтобы валялся. Смотрите, небольшая мечеть, административное здание и точно такая же церковь, как мечеть христианская.
не только в Сочи можно взять в аренду самокат или в Москве, но и здесь. В Махачкале есть тоже очень уникальное место. Кто смотрит у нас в Сочи, видел, наверное, где-нибудь в Верхневеселом, да, где строятся меретинские высоты, очень красивые там виды на Олимпийскую набережную и так далее. И, наверное, в каждом из мест города, где есть какая-то возвышенность, есть какие-то смотровые площадки. В том числе и здесь она есть, и я сейчас покажу. Смотрите. Вот, ну, тоже очень все красиво. На телефон это все дело, конечно же, не передать. Вот, это скалистая местность. Сейчас мы пройдемся. Здесь особо ничего такого не строится для того, чтобы там чем-то похвастаться. Ну, есть смотровая площадочка, есть кофейня. Вот что-то строится. Там чуть ниже есть ресторан, видимо, с красивым видом. Вот, я думаю, конечно же, может быть, лет через сколько-то там здесь появятся, может быть, какие-то интересные здания, которые будут приезжать люди, может быть, какой-нибудь отель тоже здесь замутить, да, вот почему, вон, строится же, наверное, что-то, да, и будет вот такой красивый вид с панорамой на Каспийское море, только вид здесь гораздо круче, чем, например, там, в Меретинских высотах, потому что здесь мы конкретно повыше, вот посмотрите, вся Махачкала, как рукой подать. Вот такой вид. Что касается жилья, вот, ребят, мы сейчас проезжали какой-то из дорогих комплексов, вот, кто считался бизнес-класс. Самая дорогая цена здесь это под 90, по-моему, тысяч рублей за квадрат. А средняя цена обычных новостроек это от 50 тысяч и выше. Ну, понятное дело, здесь недвижимость нас не интересует, я всего лишь сравниваю с какими-то городами, в том числе там и московскими регионами и так далее, где мы находимся, конечно же, интересуюсь, ребята, сколько же у вас стоит ваша жизнь, устраивает ли она вас, а какие у вас тут условия, а развивается ли здесь город и все остальное. Ну, как вы видите, интересные здесь есть места, и, конечно же, на днях мы посетим еще несколько уникальных мест, поэтому обязательно покажем вам на нашем канале. Вы обязательно подпишитесь на наш канал, если вы смотрите, если вам интересна жизнь в городе Сочи, интересует ремонт и наше путешествие, нашей жизни, то, конечно же, можете написать в комментариях. Уверен, что кто-то, возможно, здесь в Дагестане был, может быть, есть какие-то родственники, может быть, когда-то здесь был, и есть ему поделиться своим мнением. Ну, ждите следующих видео. В общем, ребят, мы погнали отдыхать дальше. У нас много чего будет еще интересного. Вы оставайтесь с нами. Пока.